Всем привет! Вы смотрите канал Cam is Man, и сегодняшний влог посвящен челленджу, в который меня вовлек Алексей Якушечкин с канала Алексей Якушечкин. Ссылка в описании. В общем, вкратце. Буквально на днях мы встретились с Лешей и Аней, они приезжали к нам в город, типа как будто этот город наш, но нет, конечно же. Приехали, и в общем Леша предложил, во-первых, он подарил мне вот такой вот Мегаминкс. Что такое Мегаминкс? Для тех, кто не в курсе, это практически то же самое, что и кубик Рубика, только у кубика Рубика у него 6 граней, а у этого демона 12 граней. Небольшая поправочка. Я ни разу в жизни не собирал кубик Рубика. Ну, ни разу. Ну, конечно, у меня в детстве были там папин кубик Рубика, не знаю, дедушкин, какие-то там они валялись. Я единственное, что с ними делал, я их полностью разбирал, в смысле, на кусочки собирал. Такое было. Но чтобы логически собрать, ни разу в жизни. И теперь у меня задача. Да, Леша сказал, говорит, получай Мегаминкс и собери его. Собери его за день. Если я не соберу его, я тупой. Самый прикол в том, что буквально, наверное, месяц назад я заказал, насмотревшись Лешиных видосов про вот эти вот головоломочки цветные, я заказал себе простой кубик Рубика. И он пришел чуть позже, чем Леша подарил вот этот вот. То есть, по идее, я должен научиться собирать вот этот сначала, а потом уже собрать вот этот. То есть, ну там логики немножко совпадают. Какие-то определенные вот эти вот движения, все эти комбинации. Но я подумал, что это слишком просто будет, да, ну взять, научиться постепенно. Поэтому я пойду совершенно от обратного. Сначала научусь собирать вот этот в этом влоге, но в каком-нибудь другом я соберу кубик Рубика. Мне кажется, что это будет намного проще после 12 граней. Короче, хватит болтать. У меня затарен кофеек, у меня есть телефон, старый Samsung, на котором я включу секундомер. Конечно же, друзья, у меня есть ноутбук, на котором я включу сейчас урок, как собирать Мегаминкс, потому что я не какой-нибудь там гений, чтобы взять и собрать его, создав новую логику. Нет, я буду, конечно же, все дело делать по видосам. Поехали! Для начала, конечно же, нужно плеснуть кофейка, который я только что приготовил, чтобы была энергия, был запал. Давайте первым делом все-таки сначала его распакуем и посмотрим. Конечно, я не буду вас обманывать, я его уже доставал оттуда из этой коробки, и более того, я его весь спутал. То есть я пытался что-то там поковыряться, пособирать, и я спутал, потому что он был в коробке полностью собран, вот так вот. А здесь есть инструкция, в которой вот этот вот товарищ, он говорит, что можно собрать кубик вот по таким схемам каким-то. Но схемы довольно-таки какие-то они специфические, ничего не понятно, поэтому, естественно, по ним я ничего собирать не буду. Коробочку мы убираем. Давайте на всякий случай, чтобы никого в заблуждение в какие-то не вводить, я вот так вот поменяю все вот так вот. Вот он так офигенско крутится, на самом деле, прям шикардосина. Мне это нравится. Я ставлю секундомер и надеюсь, что он не выключится. На самом деле, это как бы челлендж в основном для меня, ну вот по поводу секундомера, за сколько я соберу его. Самое главное собрать его. Я никого обманывать не собираюсь, все это будет одним днем. Я выделил под это реально весь вечер. Сейчас у меня нет никаких дел, кроме этого. Поехали! Я его собрал, мазафака, 58 минут, даже не час, офигеть. Блин, это какая-то магия в конце, когда все перепутано, потом чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Типа, хоп-хоп, стоп, все. Вот он, красавчик, за 58 минут 30 секунд. Но это все, на самом деле, конечно, приблизительно, очень приблизительно. Во-первых, я минуты 3, наверное, или минуты 2 точно собирал, не включив секундомер, тупо забыл, потому что у меня каждый раз садилась батарейка, я включал заново
фотоаппарат и постоянно нажимал на паузу, один раз я забыл, потом вспомнил, включил. И знаете что, я же собирал по видео. Ну, что такое по видео? Многие подумают, что это какое-то читерство. Но нет, это же не в стиле типа право-лево, право-лево, собери вот эту, крути так эту 10 раз сюда, 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 и у тебя соберется. Нет, у всех кубик Рубика, либо Мега Минкс, он разобран-то по-своему, он не идентичен тому кубику, который собирает человек на видео. Человек просто говорит мне, какая последовательность. То есть, собери сначала белую грань вот эту, я ее собрал, собери потом вот эти штуки, собрал, собери уголки, собрал, собери звездочки, собрал. Но каждую звездочку я собираю по-своему. У него она по-своему собирается, у меня по-своему. Поэтому это не читерство, это просто, ну, это разъясняется логика сборки. Ну, иначе я считаю никак. Потому что, ну, либо я должен до этой логики дойти сам, но она единственная, получается, логика для сборки этого, вот этого Мегаминкса. Вот. Еще момент такой, что я по видосу там две части по полчаса, то есть в сумме час. Я собрал раньше, и при этом я очень долго ждал. То есть, например, чувак говорит, нужно собрать вот эти вот звездочки. Я собираю, я быстрее его собрал уже, он же разъясняет на видео, он долго показывает. А я быстрее собираю. Поэтому минут 10-12 еще из этих можно вычесть на как раз вот это ожидание. Я тупо сидел и ждал. Я боялся перематывать, потому что думаю, перемотаю и, ну, что-нибудь пропущу. Какой-нибудь он там сказанет, что-нибудь интересное. Вот, можете написать в комментах, как вам такая вообще тема со сборками вот таких вот штук. У меня еще впереди кубик Рубика. Блин, это жутко интересно, как его собрать, разобрать. Во-первых, такой маленький после Мегаминкса. Это прям капец. Я сейчас его вытащу и покажу вам. Ну, в общем, эта тема мне казалась очень интересной, жутко интересной. Мне всегда хотелось научиться собрать. Особенно кубик Рубика. Я до сих пор не умею его собирать, но зато умею собирать Мегаминкс. Короче, все впереди. Леша, огромное тебе спасибо за такой челлендж, ты взбодрил мой мозг просто ужасно крутым методом, это классно. Переходите все на канал Лёши, у Лёши очень много видосов вот на вот эти темы и куча еще всяких интересных познавательных видео. У него целая коллекция кубиков Рубика и всяческих пирамидальных там таких же... кубиков-рубиков, ну как бы странно их называть кубиками, так же как и странно Мегаминкс называть кубиком. Все, продолжаем влог, на этом челлендж закончен, было круто, хочу повторить теперь еще на время. А еще с кубиком Рубика хочу. О, я собрал. Миша забирает все лавры себе. Да я сказал, не снимай меня, блин, тебя надо снимать. Алиса красила, у меня пока села батарейка, я сейчас собираю Мегаминкс. У меня села батарейка, и пока она подзаряжается, я помогаю вверх только. Да, вот, потому что я не достаю. Я приклеил этот малярный скотч, ага. И вот тут... Вообще, я как бы зашпаклевала стену, здесь все неровности. Вот эту я уже покрасила, просто она еще не высохла, поэтому пятнами. А так, вот, все зашпаклевано, вот здесь вот чуть-чуть. Ну, самое главное... Миша, ты подвинься чуть-чуть. Самое главное вот, что я зашпаклевала, но это, походу, высохнет только завтра. Ну да, места. Мокрые. Да, и вот, короче, вот эту стену успела покрасить. Да? Ку-ку. Я тебя теперь поймал в кадр. А то, блин, подумают, что правда. Только я один пол только мою. Да только что докрасила всю краску, Алиса, на второй раз здесь. Сейчас пятна еще видны пока, но будет норм. Короче, я предлагаю. И ты, я думаю, меня поддержишь. Ау, я тут. Собирать шкаф будем сейчас. Да, будем. И первый, и второй. Знаете, как у нас в квартире говорят? Собрал Мегаминкс, собери шкаф. Сейчас буду собирать шкаф. Поставим один, поставлю на него дверь, старую дверь причем. Вот посмотрим, как это все. Надеюсь, вообще все совпадет. Будет прикол, если эта дверь не подойдет, например. Ну, просто, я не знаю, по какой причине, но... Если это будет так, я буду смеяться в голос истерическим смехом. Подрыгиваю ногами. А я знаешь, что хочу сказать? Я хочу сказать, что ты опять бездишь. Я не бездю. Йоу, я вообще ко всему готов. Ладно, меньше болтовни, больше дел. Погнали. Не хочется быть говнюками, тут вообще уже 22 часа. Из 3 минут
без 3 минут очень-очень поздно забивать, шуметь. А тут нужно вот эту фанеру забивать сзади. И сейчас еще нужно на вот эту доску вбить вот эти вот штучки, в которые вкручиваются ножки. И они вбиваются, ну, вообще не просто. Они должны полностью утоплены. Так что переносим это дело на завтра. Не будем злить соседей. Давно не читали комментарии, а вчера, поскольку задали в конце влога вопрос по поводу трансляций, какие темы поднять на трансляции на следующее, не знаю когда, завтра, может послезавтра запилим трансляцию и поболтаем с вами. Так вот, почитаю несколько комментариев. Несколько, все не буду читать, их слишком много. Миша, да какие темы каждую трансляцию, просто разговоры о чем-нибудь, что в голову придет, о том и говорим. Все равно найдется пару вопросов, которые хочется задать и услышать живой ответ, а не текст. Тем более вопрос это уже есть. Например, можно поговорить о том, как всегда оставаться на позитивной волне, или что-то типа этого. Так как смотрю вас давненько, всегда возникал вопрос, как вам удается пребывать в приподнятом настроении. Мне кажется, это будет довольно интересно. Ну, в целом, да. У нас есть пару секретов. Расскажи про музыку, про то, что вдохновляет, почему, какие эмоции вызывают те или иные группы и веселые истории с концертов. Да, хорошая тема. Помню, так, когда у вас была трансляция, спросил, какую музыку ты исполняешь, когда ты выпускал альбом, и вы просто ответили, что мне не понравится. Я, черт возьми, можно услышать твои песни? Отвечу прямо сейчас. Песни можешь услышать ВКонтакте. Переходи по ссылке в описании, там есть ссылка на контакт, по-моему, должна быть. Переходишь по ссылочке и в аудиозаписях смотришь, либо переходи в паблик Checkout, можешь найти в ВК Check по-русски, Out по-английски, и там тоже куча наших песен. Я тоже на 8 марта заказывал себе шуруповерт. Лайк. Тони Ноуфок пишет: чувак, ты реально подарил девушке шуруповерт? Скинь ссылку, не просто девушке, жене, мазафака, жене шуруповерт подарил. А она какая-то довольная была вообще такая. Ну, я не знаю, насколько довольная, но удивилась точно. Ну, я люблю практичные подарки. А есть ли шанс, что когда-то, когда-нибудь будут выходить ежедневные влоги? Конечно, есть шанс. Когда нам есть что показывать каждый день, мы будем показывать каждый день. Нам сейчас даже с ремонтом есть что показывать. Тема путешествий по краю с приближением теплых деньков становится все более актуальной. Когда бы посоветовали съездить? Куда бы посоветовали съездить, где прям обязательно нужно побывать и куда планируете в этом году сгонять? Весной на водопады. Весной на водопады, да. Надо не профукать этот момент, когда будет прям водопадище, когда да все уже там с гор начнет таять. Ну, нужно ехать, потому что весна-то уже на месяц ушла от нас. Надо ехать на водопады, а летом на море. Честно, хотела бы трансляцию, посвященную дизайну дома или квартиры, если вам, конечно, не влом. А так могу слушать о чем угодно, очень гармонично, атмосферно выходят у вас такие штуки. Окей, принято. Про дизайн это вот как раз Алисина тема. Ребята, вы такие классные, спасибо. Смотрела несколько ваших трансляций, тема для новой. Как и где вы выбираете одежду? Часто ли покупаете новую? Алиса, даже дома в трениках прикольно выглядит, видно, что есть умение красиво и гармонично одеваться, где научились. Самый приятный комментарий за последние полгода, год. Окей, да, тема тоже хорошая, норм. Почему-то ваш влог не показывается в вкладке подписки даже на вашем канале. Зашел через уведомление, первый раз у меня такое. Нам как-то уже писал тоже человек, у которого почему-то в подписках не было наших влогов, так что нажмите на колокольчик внизу. Слушайте, я ведь не только сегодня получил на почте вот этот вот кубик Рубика, плюс еще Алискины там штучки-дрючки. Там это фурнитуры для игрушек, в общем, тут колечки и вот такие вот деревянные бусинки. Они реально деревянные, они клевые. И вот такой от Xiaomi, вот такая штука. Такое чувство, что оно нарисовано, да, не правда ли? Короче, это термометр и гигрометр, по-моему, так он называется. Короче, влажность мерит. Я сейчас могу... Это мы еще проветрили 54, 60 было процентов. Да, у нас влажность прям вообще... Нам всегда казалось, что она запредельно высокая. Казалось, что она, ну, достаточно в норме. Ну, короче, не сухость абсолютно. Нет, здесь еще... Отопление отключит, мы проверим. Ну да, еще будет. Прикольно, что, ну, отопление сушит. Отопление сушит, ну и будет запредельная влажность. Да, точно. Сори. Но мы летом можем проветривать окна. Ну, в смысле, открывать и... Да. После отопления. Короче, вот здесь у нас, теперь он стоит около кофе, показывает температуру и вот влажность, прикольно. Мы носили его и туда, и сюда, его можно клеить на стенку, можно быстро ставить. Кстати, меняет. Да, вот смотрите, чик, здесь 54, сюда заходим. Сейчас здесь не так, конечно, немножко подсохли уже стены. О, сразу 62, нормально.
Нормально вообще, почти на 10% влажность больше там. Переносим обратно сюда, уже 59, и сейчас он вернется в нормальное значение. Короче, полный обзор, я думаю, сделал на Жираф ТВ, в любом случае, где покупал, что там у него, все характеристики и всякое такое. Потому что это интересно, и на Жираф ТВ нужно что-то выкладывать, и вот эту тему с кубиком Рубика, Мегамиксом, Мегаминксом продолжу тоже на Жираф ТВ. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь в этом влоге. Спасибо всем, кто смотрел до конца, спасибо всем, кто заинтересовался темой вот начала влога, то есть сборкой Мегаминкса. Спасибо всем тем, кто перешел к Леше и Кошечкину канал. Ну, мне кажется, уже многие так знают, многие у нас подписчики общие, потому что с ним давным-давно уже знакомы, и, ну, классно. Уже делали коллаборации с Coca-Cola, помните? Ну, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, ну, это, напомните, те, кто знают. Все, увидимся с вами в следующем влоге. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Может, это и до завтра, а может и нет. Покеда!